Поддержать украинцев можно и без финансовых вложений. Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины состоится 18 марта в 17 часов. Место встречи прежнее – Первомайская площадь. Такие митинги с лозунгами «Россия своих не бросает» и «Братья крымчане, мы с вами» уже прошли во многих городах России и в преддверии главного события для Крыма – референдума о статусе автономии. Накануне почти 97% крымчан, пришедших на избирательные участки, проголосовали за присоединение полуострова к России. Верховный Совет Крыма уже оформил заявку на вступление республики в состав Российской Федерации. Однако результаты референдума категорически отказываются принимать США и Евросоюз, ссылаясь на то, что формально крымский референдум не соответствует Конституции Украины и международному праву.